Мне нравится эта работа. Пока еще силы есть, могу. Ну и дочка еще маленькая, 10 лет всего. Надо как-то поднимать. Да нет, у меня пока предела нету. Ну, силы еще есть. Может, и 70, не знаю, как получится. Я никому не буду мешать. Если на мое место кто-то захочет, там, я за свое место не буду держаться. Будет лучше человек, лучше меня работать. Я с удовольствием уступлю. Я веду здоровый образ жизни. Не курю никогда, не курил. Пить и то после 40, по чуть-чуть. До 40 вообще не пил. Ни пива даже. Мы работаем вахтовым методом. Это значит каждый день подъем 6:30 утра. Десять минут на завтрак в соседнем домике. Затем надо сходить в сушилку и переодеться в рабочую одежду. Потом плодерка. Буровый мастер дает задание на день. И все. Я иду на свое место, на буровую установку Екатерины. Двенадцать часов длится моя смена. И так каждый день. Вся вахта – это от 1 до 3 месяцев. Сейчас идет 2 месяц моей вахты. Подтек масла на ключе. Посмотри, Матвей, когда закручиваем. Хорошо? Да, вообще бурили, погоду бурили скважины. В Ненецко на автономном округе мы бурили разведки там долго. И керн отбирали. Ну, это где-то около года. Самые быстрые мы бурили в Уренгое, южно-русское месторождение. Там неглубокие скважины. Даже в Ингаяхе, это под Ноябрьском, там еще меньше. Типа быстрее бурили. Ну, где-то меньше 2 недель. Сейчас мы работаем на Харасове. Это одно из крупнейших газовых месторождений России. Находится оно на полуострове Ямал. Это Арктика, вечная мерзлота. Мы работаем в условиях крайнего севера. Зимой тут полярная ночь. Температура до минус 50. Летом полярный день. Но снег может держаться до конца июня. А самое главное – ветер. Здесь никогда не бывает штиля. Ветер все время.
Травму легко получить. Если кто-то не так делает, можно легко получить травму. Могу свечами, свечой ударить человека там или что неправильно. Если что я неправильно сделал, можно травмировать легко. У меня главное, чтобы не допустить аварии, не допустить вот этого травматизма. Главное вот это, аккуратность. В одной бригаде трудится 6 человек. Бурильщик, подменный бурильщик, 3 помбура и слесарь. Половину вахты мы работаем в дневную смену, половину – ночную. Работа идет круглосуточно. Сейчас Харасовейское месторождение только разрабатывается. Мы пробуриваем скважины. Ставим на них фонтанные арматуры. Газодобычу планируют начать в 2023 году. А пока идут буровые работы. Бурим с навеса, не пригружая, аккуратненько, чтобы ствол был вертикальный. Буровая Екатерина – хорошая техника. Мне она нравится. Я с ней только здесь познакомился, на Ямале. Когда мы на Баваненко приехали, вот на такие станки, вот уже небо и земля. Так физические работы особо тут нет. Все автоматизировано, все. Тут же все верхний привод. Верхний привод мы только вот на этом станке увидели. Спускоподъемные операции, очень удобно. Верховому удобно очень работать. Сложности, конечно, есть. Без сложностей не бывает. Можно сказать, маленькая зарплата. Для северянина это не то. В советские времена это северянин был. Вообще, он даже не считал деньги, он не думал. Он ехал в отпуск, все спускал, знал, что приедет, там отпускные получит. Вот. Все откладывали, все там нормально было. Хоть какие-то грамоты, человек работает хорошо. Дали бы хотя бы грамоту, и то приятно. Сейчас ничего нет. Никаких премий, ничего не дают. У меня семья, 3 детей, 2 мальчика и девочка. Жена почти на 9 лет, меня младше. Созваниваюсь с ними. Иногда получается сообщение отправить. Скучаю, конечно. Сыновья не пошли по моим стопам, хотя я пытался их направить. Я почти не думаю о том, делаем мы важную работу или нет. Работа – это работа. Для меня важно делать ее на совесть. Я такой человек, я всегда стараюсь на рекорд идти в любой работе. Даже СПО, я всегда, раньше я всегда так, на время. Подъем инструмента, я всегда время засекал. За сколько я подниму, за сколько я спущу инструмент. Рекорд, ну это получается с нарушением, но 4500 за 3,5 часа. Я помню, как было в советские годы. Не знаю, как идет работа сейчас. Все зависит от коллектива, от команды. Работать должны все, особенно здесь, на севере. Я думаю, надо, кто хочет над нами управлять, они бы должны поработать бурильщиками. Вот тогда они бы по-другому относились, может быть.
мы выполняем работу, которая принесет пользу многим людям. Газ, добытый здесь, на Ямале, попадет в магистральные трубы. И потом им будут пользоваться все. Огромное количество людей. Даже я. Даром, что живу на юге.